Оленька, а можно мне сказать секунду? Сейчас, минуточку, минуточку. Я в вашей песочнице, я в вашей песочнице впервые. И захожу, меня поставили в американский дар. Я о вас не слышала никогда. И меня поставили, я с удовольствием захожу на этот чат и учусь, потому что я вообще человек новый. Угу. Хоть я и христианка, но я новый человек в небесной цивилизации. И если вы решаете как бы судьбы человеческие, то есть мою судьбу, например, имею ли я право находиться в вашем чате, как часто я должна проявлять себя или вообще просто быть безголосой. Девочки, Любань, я слышала это. Ну, я сейчас здесь все... Оля, Татьяна, Оля, меня слышите или нет? Алло, алло, да, меня да, слышно? Слышно? Да, вас слышно, здесь... я сейчас Татьяне отвечу. Оля, Оля, подождите, здесь Любу выбило, она пытается зайти, ее не пускает, она так расстроилась. Ну, сейчас технари добавят, пусть она повисит в зале ожидания, сейчас ее добавят. Хорошо, окей. Танечка, вот я вам отвечу, да, будьте в полной свободе, никто от вас не требует посещения, какого-то соблюдения режима, графика, там, сколько вы должны, сколько вы не должны, будьте в абсолютной свободе, когда вам удобно, заходите, но просто есть такие вот встречи, вот, например, как сегодня, да, мы постараемся, пастор давал обещание такое и от него не отказывается. Раз в месяц мы будем железобетонно собираться, перетекать, течь, молиться, там все что угодно. Вы можете даже, я не знаю, можно, знаете, вот такое подумать, вещь такую, как, например, интересная тема. Да? Вот, например, есть какой-то момент, который сейчас вас очень сильно заботит, и вы хотите его осветить, вы хотите узнать позицию пастыря по этому вопросу. Мы можем просто заранее, например, вы в чате будете предлагать, а давайте мы поговорим, пообщаемся, ну вот на такую тему, да, а что делать, если вот так вот, там, я не знаю, мы можем организовывать вообще там разные молитвы за детей, молитву против одиночества, там, у кого нету пары, да, там, и хочется. То есть, ну вот такие вот вещи. То есть это живое общение, мы... Ну, мы не задаем какого-то вектора, ну, однозначного, что вот мы будем делать так или мы делать будем так. Дух Святой, ну, на самом деле, он же, ну, реально дышит как хочет и где хочет. И поэтому, естественно, мы, ведомые Духом, мы точно так же. Вот есть у нас такое понимание, да, есть у нас такое водительство, что нужно сделать вот так вот сейчас. Мы сделаем так. Например, вот как только началась война в Украине, например, да, это было архиважно поддержать людей. Мы не планировали вот эти вот, этот 21-дневный утренний эфир, да, молитвенный. Мы его не планировали абсолютно. Но вот случилось, и мы опа, и подвинулись. И здесь точно так же. Есть такой момент, там, например, да, ну, я не знаю, вот женский день. Вот давайте молиться за женщин. Можно сделать, реально я могу сделать там, например, зеркало славы конкретно для женщин, чтобы вы каждый день... реально смотрели в это зеркало и видели себя истинную. Давайте сделаем. Не побитую проблемами какими-то, да, или втянутую в какую-то рутину, обыденную, повседневную, там, дом, семья, работа, или вообще семьи нету, работа, квартира пустая, собака и вот такое вот, понимаете, чтобы на самом деле происходило это, ну, реформация, чтобы на самом деле происходило это восклонение. Потому что, я повторюсь, восклонение – это не штамп какой-то, это не наше, ну, очередное звание или там звездочка на погонях, я восклоненный. Это реально состояние. Это состояние восклоненной, поднятой головой над, головы над чем-то. Ну, мы поговорим об этом немножко сегодня. Понимаете? Поэтому мы можем, ну, я не знаю, я вот в вашем распоряжении, мы можем делать, например, раз в неделю… Это будут не длинные, чтобы, знаете, ну, я понимаю, очень активная жизнь у каждого, да, время, оно, ну, дорого, и здесь, на небесах, но на земле, да, оно имеет цену огромную, вот, поэтому это не будут какие-то длинные эфиры, например, там, 20 минут. 20 минут мы, например, возьмем и осветим такую сферу, как дети,
проблемы, да, связанные с детьми. Там все что угодно, там их будущее, там их дурные привычки. Вот мы будем полностью за это, вот, например, молиться, мы будем носить это внутри. Вот. Например, следующую неделю мы хотим реально продвинуться в нетлении. Мы будем молиться об открытии глаз, да, чтобы реально мы были в этом потоке, и чтобы каждая из нас, она вкусила это нетление, она облеклась в это нетление, чтобы оно реально, вы знаете, как одежда, она опустилась на каждого из нас. И чтобы вы не просто, знаете, чтобы это было «Вау, круто, нетление, мы нетленные, мы там прогрессивные, мы продвинутые», а чтобы это реальностью было для нас. Потому что, знаете, вот я вижу, что много разных есть течений, много есть разной интересной информации, например, там квантовая физика, какие-то там сакральные вещи, какие-то, да, вот недавно у нас было с одной из сестричек наших, вот с этого чата, разговор, там, апокрифы, да, это реально, это очень интересно, это может быть и классно, но более классно, и Павел об этом говорит, да, это облекаться в силу, потому что, знаете, вот этот вот греческий дух, это желание вот новизны какой-то, да, постоянно что-то поглощать, что-то открывать себе новенькое. И это на самом деле не так безобидно, как оно кажется на первый взгляд. А вся замануха и вся острота вот этой вот неприятности греческого духа состоит в том, что знание, оно надмевает. Понимаете, надменный мозг становится, надменная голова, надменные мозги. И человек, знаете, он может насмотреться, начитаться, и ты его, знаешь, ты как будто вот вкусил чего-то нового, да, ты съел это. И тебе такое ощущение, что ты, ну, ты как сильнее стал. Но это ложь. Это на самом деле ложь. Тебе кажется просто, что твой дух вырос из-за того, что ты там что-то поглотил, что ты там что-то узнал, понимаешь? Но написано, что тот, кто слушает, не исполняет, тот строит на песке, понимаешь? Твоя сила, то есть сила такого человека, она лишь в его голове. И поэтому так много есть разочарованных людей. Вот он там книжку одну, вторую прочитал, да, и он уже выходит там проповедовать, говоря, как это твое откровение. Но откровение дает силу. Понимаете? А знания нет. Просто знание, оно не дает ничего. И тебе приходится, вот почему наш пастырь, да, он не читает так много и не слушает проповедников и не пытается множество откровений поглотить. Почему? Потому что это духовная пища, которая требует усвоения. Понимаете, как пища, например, ты можешь есть и думаешь, что ты от этого становишься сильнее. Но это неправда. Уходит очень-очень много энергии на то, чтобы переварить эту пищу. Понимаете? Точно так же и с духовным знанием. Ты можешь там поглощать очень много интересной, может быть, даже полезной в какой-то степени информации. Но оно будет требовать у тебя энергии, духовных затрат. Понимаешь, для того, чтобы это переварить, чтобы это расщепить. Так может быть лучше тогда взять какое-то то, что ты имеешь откровение, и расщепить его на самом деле до того, чтобы сила была у тебя. Понимаешь? Поэтому Павел им и писал, я приду и проверю силу вашу. А они все, они такие люди, греки, да, вот они все ходили такие, они степенно так говорят. С позиции понимания, они вроде бы как все знают. Ну, например, такая вещь, как воскресенье, для них оставалось вот просто каким-то формализмом. То есть все духовно, физически ничего не воплощается, понимаете? Поэтому это, ну, это не так безопасно, как оно, ну, кажется на самом деле, что я там просто буду там смотреть, там расти духовно, но оно не приносит роста. Рост приносит только то, что ты начинаешь делать, понимаешь? Вот в этом сила именно, чтобы ты что-то вкусил, взять одно откровение, и оно не маленькое, понимаешь? А если ты будешь кушать, например, садишься за стол, там ешь рыбу, курицу, говядину, свинину, ну,
хорошего ничего не будет, будет просто несварение. И человек, который, знаешь, он поглощает, в своих глазах он духовный, но это только вот здесь вот. Когда приходит момент высвободить силу, помолиться за исцеление, например, ничего не двигается. И такие люди, они разочаровываются. То есть ты даже с ними общаешься, они там тебе будут цитировать Библию, они будут тебе там много умных вещей говорить, но на выходе ноль, просто ноль. Понимаете? Поэтому гораздо важнее реально нам просто двигаться в силе. Пусть это будет маленькое твое, вот как Андрей говорил, да, просто вырасти, например, в том, чтобы исцелять правый палец, мизинец на, там, на правой руке. И выстроится к тебе очередь людей, у которых есть проблема с мизинцем. Понимаешь? Чем ты будешь просто напичкан какими-то знаниями. Друзья, это ложь и лжи просто. Те, кто агрессивно просто поедает все это, вот прям с агрессией такой, знаешь, желание поедать новое, у тех аппетит растет. Растет аппетит на это. Растет живот, но силы от этого, ну, не добавляется. Вот просто духовное сало растет. Но это не мышцы, это не то, что дает силу, и не то, что обнажает Божью мышцу. Вот. Поэтому мы так не делаем абсолютно. Вот, например, в своей повседневной жизни мы, ну, с Андреем, когда мы там молимся или вместе, да, или там готовимся к эфиру, или там к торжеству какому-то, мы не делаем так. Например, мне там надо вырасти, там узнать всю информацию, вот там, как это с квантовой. Ну, иногда ты, конечно, заглядываешь, потому что оно интересно. Но это не должно быть вот, ну, образом жизни, понимаете? Поэтому вот повторю еще раз, это ложь и лжи, которая дает тебе понимание только в собственной голове, что ты какой-то духовный там или еще. Давайте поблагодарим сейчас отца за нашу семью, за эту возможность вообще быть его телом, за эту привилегию. Халлилуйя! Как это ценно! Как это несоизмеримо ценно! Халлилуйя! Спасибо тебе, Отец. Аллилуйя. Спасибо тебе. Твой поток. Поток любви. Поток любви Отца. Поток любви Папы. Аллилуйя, раскройся сейчас перед Ним. Раскройся сейчас, как бутон солнцу раскрывается. Раскройся сейчас к Его любви. Очень важно переживать. Очень важно чувствовать. Почувствуй это тепло Его сердца. Почувствуй это тепло Его объятий. Аллилуйя. Я прям вижу сейчас, что как от Его объятий уходит отверженность. Ты всегда себя чувствовал каким-то, я говорю сейчас кому-то, каким-то ненужным, как просто какой-то, как пиксель. Но Отец говорит, ты настолько ценен и важен. Ты настолько ценен и важен. Ты не пиксель. Ты моя драгоценность. Ты моя жемчужина. Ты биение моего сердца. Аллилуйя. Я прям переживаю сейчас Его любовь вот к тебе. К кому я сейчас обращаюсь. Он говорит, я утру слезу с твоего лица, всякую слезу. Халлилуйя, ему есть дело до тебя. Ему есть дело до тебя, до всех твоих мелочей. Ты думаешь, а, я даже не буду говорить ему об этом. Это так незначительно. Но ему есть дело до этих мелочей.
до твоей больной собаки. Аллилуйя. До твоей потерянной вещи. Я прям чувствую, как сейчас ангелы, они активируются в твоей жизни. У меня прям такая мысль какая-то по поводу потерянной вещи. Кто-то что-то потерял. И пусть ангелы, они приведут тебя на то место пропажи, чтобы она была обнаружена. Аллилуйя, тики, тики, тики. Это сейчас, знаешь, вот сейчас этот момент, он способен гораздо больше, чем многочасовые твои молитвы в тайной комнате. Отец говорит, я хочу, чтобы ты чувствовал меня. Я хочу, чтобы ты переживал меня, потому что я реальность. Отец говорит, я настолько реален в твоей жизни. Не делай своего отца формальностью. Не обезличивай его. Не делай его просто, как знаешь, какой-то источник силы или источник осуществления каких-то желаний. Отец говорит, я настоящий, я истинный папа в твоей жизни. Сколько бы тебе не было лет, я истинен и я настоящий папа. И ты по-прежнему мое дитя. Какого бы возраста ты ни была, ты по-прежнему мое дитя, о котором я забочусь. Аллилуйя. Аллилуйя. Спасибо, Отец. Сейчас реально приходит это время, когда все тайное становится явным и выходит наружу. Когда становится все явным и исполняется то, о чем ты даже боялся помыслить. Но так важно, чтобы ты переживал его, чтобы ты вкушал его присутствие. Чтобы где бы ты ни находился, ты всегда чувствовал его присутствие. Это как присутствие голубя на твоем плече. Чтобы его лапкам было уютно и безопасно на твоем плече. И чтобы ты куда бы ни шел, в чем бы ты ни был и чем бы ты ни занимался. Может быть, какими-то своими повседневными заботами. Но чтобы его присутствие, оно было очевидным, это ощущение голубка на твоем плече, чтобы оно всегда тебя как даже преследовало, чтобы ты постоянно физически ощущал это. И отец говорит, ты никогда не бываешь один. Ты никогда не бываешь один. Мое присутствие. Оно всегда с тобой. Мое присутствие, оно всегда на тебе. Как тяжелая слава, которую ты можешь ощущать, если только захочешь. Отец говорит, если только захочешь, ты можешь переживать мое присутствие. Если только захочешь, я буду явным и видимым в твоей жизни. Ты никогда не вкусишь поражения. Ты никогда не вкусишь болезненного одиночества. Когда не хочется идти домой, потому что там пусто. Отец говорит, если только захочешь переживать мое присутствие, ты больше никогда не будешь один. Ты больше никогда не будешь один. Аллилуйя. Дети вырастут, покинут родное гнездо, но ты никогда не будешь один. Ты никогда не переживешь это сиротство внутри себя, это опустошение. Аллилуйя. Одевайся сейчас. Одевайся сейчас в эти одежды славы. Я прям вижу, как опускается мантия.
множество-множество разных мантий на вас. На вас. На вас. Одевайся сейчас. Пусть твои духовные глаза не будут открыты. Пусть твои духовные глаза будут открыты на то, что происходит сейчас. И ангелы приступили и служили каждому. И ангелы приступили и служили каждому. Аллилуйя. 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 Я вижу, как открытый портал. Между нами огромное расстояние, океан. Но мы такое ощущение, как будто мы находимся в одной комнате. Мы стоим плечом к плечу. Аллилуйя. Небеса открыты. Небеса открыты. Аллилуйя. 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 Откройся ему сейчас еще больше. Еще больше Отец хочет вложить в тебя. Вложить в тебя самого себя. Вложить самого себя, чтобы твоя внутренность расширилась. Приняла очертания сына. И Отец говорит, ты больше внутри, чем снаружи. Ты гораздо больше внутри, чем снаружи. Пусть твоя внутренность раскроется. Пусть твоя внутренность расширится. Это вместилище Духа. Потому что Отец хочет дать больше. Отец хочет дать больше. Аллилуйя. Пусть идет всякое противление. Единственное, что может тебя закрыть от этого процесса, это твое противление. Твое противление внутри. Поэтому сдайся сейчас ему. Сдайся сейчас внутри. Аллилуйя. Аллилуйя. Ангелы прям как вставляют в твою внутренность, в твой дух. Эту горячую субстанцию, этот свет. Отец говорит, ты находишься в неприступном свете. В неприступном свете. Этот свет неприступен для всех человеков. Но ты не человек, ты сын. Аллилуйя, ты в полной безопасности. В этом неприступном свете. Он заграждает тебя от всяких уст, от всяких злопыхателей. Этот неприступный свет. Аллилуйя, ты покоишься в нем. Пусть все твои мышцы расслабятся сейчас. Пусть все твои мысли, они повинуются потоку. Аллилуйя, всякая суета прочь. Прочь суета. Пусть ничто не мешает этому потоку течь через твой разум. Оснащай его светом. Аллилуйя. Золотой разум. Золотые мозги. Уходит плохая память. Аллилуйя. У тебя была такая проблема, я сейчас говорю кому-то. Как тебе сложно было подбирать слова. Идет поток мыслей, и тебе очень трудно оформлять свои мысли в слова. Ты долго подбираешь нужное слово. Отец прямо сейчас своим светом он убирает эти нейронные связи, неправильные. Аллилуйя. Он говорит, у тебя совершенный разум. У тебя уникальная память. Аллилуйя, спасибо тебе. Спасибо тебе. Отец сейчас что-то делает на физическом уровне с твоими мозгами. Ты прямо даже можешь ощутить
как такое, знаешь, как шевеление, как будто, знаешь, как перепрошивка такая сейчас происходит. Все ненужное удаляется. У меня сейчас такое понимание, что отец убирает от кого-то какой-то ночной кошмар, какой-то страшный сон вас преследует, вы как в него появляетесь в нем снова и снова периодически. Отец прямо сейчас, он удаляет этот кошмар. Халлилуйя, теперь будут детские сны. Пушистые такие сны. Халлилуйя, такая любовь. Такая любовь. Папа так сильно любит. Папа так сильно любит, если ты только поверишь в его любовь. Она не зависит от твоих поступков. Она не зависит от твоего посвящения. Что ты что-то там не делаешь для него. Отец не поэтому тебя любит. Потому что ты его дитя. Ты его дитя. Дух Святой, он облачает тебя в славу. Он облачает тебя в этот неприступный, яркий Божий свет. Халлилуйя. Ты не просто такой, как Иисус. Ты Иисус. Отец смотрит на своего Иисуса. Его сердце умиляется, его сердце радуется, глядя на тебя. Ты мой первенец, ты мой сыночек, ты мой единственный. Я все постелю по твои ноги, если ты только поверишь в любовь Отца. Все проблемы, все неустройства, все физические недуги под ноги, под ноги, под ноги. Ты можешь прям увидеть, как ты становишься на эти проблемы. Кто ты, гора? Скажи, кто ты, гора? Ты равнина? Ты равнина под моими ногами? Аллилуйя, еще. Отец наделяет тебя своей любовью. Переживай сейчас. Захоти пережить любовь. Захоти пережить любовь. По-настоящему. Не просто понимание, что отец любит, а пережить эту любовь. Отец, отец, какое счастье быть твоим сыном. Отец, какое счастье жить в доме твоем, находиться под этой сенью твоей, в этом месте твоего селения, в недре твоем. Аллилуйя, пусть будет обнажена мышца сейчас. Пусть из твоего состояния сейчас выйдет сила, чтобы сокрушить под твои ноги любые проблемы, любые недуги. Аллилуйя. Аллилуйя. Происходит сейчас это наделение. Я прям вижу, как ангелы, они как ходят тебе и вставляют эту субстанцию в внутренность. Ты будешь переживать его любовь. Переживай любовь. Это, знаешь, это как ветер в парусах. Может быть, стоять красивая-красивая яхта. С парусом, огромным парусом. Но если нет ветра, она будет стоять на месте. Любовь Отца – это как ветер в твоих парусах, который приводит в движение то, что заскорузло уже, то, что стало статичным,
то, что перестало двигаться в твоей жизни, пусть этот ветер, эта любовь, она прогонит сейчас всякую мертвость. Пусть эта старая кора, как знаешь, как старая кора с дерева, она осыпется сейчас. Халлилуйя! Избавляйся от этого. Избавляйся сейчас от этого. Спасибо тебе, Отец. О, спасибо тебе, Отец. Халлилуйя. Халлилуйя. Я чувствую это движение в голове. Отец, он физически сейчас даже устраняет какие-то проблемы, связанные с сосудами, какие-то перепады давления, скачки от низкого к высокому. Это дело твои сосуды уязвимыми. Отец, прямо сейчас своим помазанием он устраняет эту проблему. Халлилуйя. Давление нормализуйся тотчас. Нормализуйся тотчас во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Халлилуйя. И с твоей машиной тоже будет все в порядке. Я для кого-то сейчас услышала. Халлилуйя, халлилуйя, халлилуйя. Слава, слава, слава тебе. Отец, мы благодарим тебя. Мы благодарим тебя, Отец. Мы благодарим тебя, Отец, за эту силу, за эту славу и за эту победу, которая повсюду с нами. Халлилуйя, халлилуйя. Слава тебе, Отец. Можешь выныривать. Такая молитва хорошая получилась у нас. Я прям чувствовала, как, знаешь, как Отец, он захватил нас. Ему так важно было, чтобы ты, знаешь, ты, ну, ты переживал. На самом деле переживать любовь, друзья, это номер один вообще. Вот если ты, знаешь, вот какими бы ни были обстоятельства, но если ты будешь переживать его любовь, твоя голова, она поднимется над всем. Как Давид, он, помнишь, 26-й псалом, он у меня как раз открыт, он пишет: «Одного просил я у Господа, и только одного ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни и созерцать красоту Господню и посвящать храм его. Тогда вознеслась бы голова моя над врагами». Халлилуйя! Присутствие Отца. Друзья, присутствие. Нам нужно научиться его переживать везде и всегда. Знаешь, вначале это, может быть, будет каким-то, знаешь, тем, в чем тебе нужно будет упражняться. Но ты должен себя просто вот брать и помещать в это. Вот прям брать и помещать, говорить постоянно. Знаешь, вот ты едешь, там, едешь в машине, да, смотришь перед собой, и ты смотришь на красоту, и ты начинаешь переживать любовь. Что бы ты ни был, не делал, в чем бы ты ни находился, делай это осознанно, осознанно, снова, снова и снова, как возгревай в себе внутри эту любовь. Это то, что реально возвысит твою голову. Это реально тебе, знаешь, как голова над врагами. Это что, о чем это говорит? Ты будешь выше всего этого, ты будешь на это смотреть сверху, сверху вниз. Когда ты находишься вверху, все становится как плоским, понимаешь? Тебе уже горы не кажутся горами, они становятся равниной. И вот я сейчас немножко хочу поделиться с вами о состоянии. Я знаю, что это самое важное, может быть, знаешь, в нашей жизни. Это твое измененное состояние. Я знаю, что многие из вас находятся в постоянной боли, физической даже. И даже по своему опыту, я не тот человек, который переживает всегда боль, но я просто знаю, когда тебе что-то болит, твои глаза будут смотреть именно на это.
Ну, просто невозможно от этого оторваться. Но Отец сегодня хочет, чтобы твои глаза, они были, знаешь, это как кратковременная смерть, да, кратковременная какая-то боль. Чтобы твои глаза, они были переведены на Его любовь. Вот только тогда возвышается голова. И он, Отец, сегодня очень сильно заботится о том, чтобы восклоненные сыны, они владели собой. Понимаешь? Потому что владеющий собой, он сильнее даже завоевателя города, друзья. И владеть собой – это не просто, знаешь, быть в стороне от чужого мнения, от каких-то моментов, знаешь, которых о тебе там кто-то судачит или еще что-то. Вот как сегодняшний пример, например, да, вот то, что у нас в нашем общении сегодня было. Это то восклоненные, как я уже говорила, это не просто какой-то погон, звездочка на погоне, это не просто статус. Восклоненные – это состояние. Состояние восклоненных. Это, знаешь, это не то, что ты, знаешь, как-то принял однажды какое-то решение на всю свою жизнь. Нет. Восклоненное состояние – это то, с чем ты сталкиваешься ежечасно, может, даже ежеминутно, когда ты делаешь какой-то свой выбор. Твоя голова, друг мой, она должна быть поднята. Мы говорим, да, состояние восклоненных – это поднятая голова. Голова над всем. Аминь. Каким образом это происходит, друзья? Через открытые глаза и через течение в твоей внутренности. Течение и открытые глаза – это вот то, что мы делали сейчас в молитве. Когда ты течешь, когда ты чувствуешь вот этот поток в твоей внутренности. Вот об этом Давид говорит, что тогда бы вознеслась моя голова, когда я нахожусь в потаенном месте твоего селения, в недре отчим, когда ты сокрыт в этом вот, в молитве у меня было, да, это в этом свете. Этот неприступный свет, друзья, это как преграда для человека. Человеки туда не входят, туда входят сыны. Вот именно об этом говорится в 90-м псалме, который начинается именно с этого. «Живущий под кровом Всевышнего, он покоится под сенью». Понимаешь? Тебя спасет и тебя защитит не постоянное какое-то толдычение каких-то мест в Писании, что там язва не приблизится, там зараза опустошающая, да? Там ногою не приткнусь о камень. Не просто исповедание каких-то истин тебя от этого убережет, но понимание и осознание, что ты находишься реально в неприступном свете. Вы понимаете, о чем я говорю сейчас? Я вам расскажу один небольшой пример. Буквально, наверное, лет 10 назад, мы, находясь в Белоруссии, да, у нас там все очень строго с общинами религиозными. Мы были без регистрации. Мы попытались зарегистрироваться, но нам не удалось. Андрей пришел туда, в отдел по религии, и там, не знаю, там должность, как это звучит, но, в общем, главный в этом отделе. Она начала задавать всякие вопросы наводящие, там, сколько людей, там, дайте список и так далее. Но это было понятно, что если мы дадим список, то, естественно, этих людей КГБ все возьмет на заметку. Поэтому, естественно, мы не могли пойти таким образом. И, естественно, как следствие из этого, зарегистрироваться мы не могли. Собираться общину может только при наличии регистрации. Иначе в таких случаях просто вас закроют, посадят. И отец дал нам как раз это место, где он сказал, что он приготовил трапезу на виду твоих врагов.
и мы приняли решение собираться. Друзья, мы собирались 6 лет. Мы собирались в центре города. Мы делали такие собрания по 300 человек. Для Беларуси это много. Там, где были, выходили на покаяние, тогда ну, нам было, мы в этом были, да, нам это было важно, чтобы люди выходили на сцену, каялись. То есть мы на виду врагов собирались. Гремела музыка, прославление. Мы собирались в барах, там, где стояли пилоны для стриптиза. Это нас не останавливало, это нас не оскверняло. Наоборот, своим присутствием мы освещали те места. И эти пилоны убирались, и алкоголь закрывался, и так далее, и тому подобное. То есть все это время отец делал так, что мы были незаметны. Другой пример. Когда у нас началась революция в Беларуси, мы как патриоты своей страны, а я на самом деле считала, что мы патриоты, и я считаю, что мы патриоты, мы повесили наш флаг, огромный флаг, бело-красно-белый на балконе. Это был реально огромный флаг. Там милиция вместе с людьми в штатском, они переписывали все балконы, там, где висели флаги, там, где висели бумажечки. То есть мы вешали такие белые бумажки на окно. Это как знак протеста, что ты не согласен с политикой правящего, ну, на данный момент правительства, Лукашенко у нас, да? Я повесила на каждом окне белый этот листок бумаги. У нас висел огромный флаг. Это было полгода. Они ходили, я смотрела в окно, у меня билось сердце. Я смотрю, что они поднимают голову и переписывают балконы, там, где висят флаги или какие-то вот протестные знаки. Ни разу к нам не пришли. В наших подпольных чатах в Телеграме люди писали, типа, о, вы не знаете, кто эти смельчаки там на таком-то адресе, в таком-то дне, в таком-то доме. Я понимаю, что это о нас. Наши люди, те, которые с нами, патриоты такие же, они видели флаг, а эти все КГБисты не видели. Ты представляешь, к чему я это говорю? Отец точно так же и делает и в твоей жизни. То есть мы находились в таком состоянии, когда наша голова была над врагами нашими. Понимаешь, когда тебе открыто, когда у тебя есть откровение, что отец это все, эту трапезу, тебе ничего не угрожает. Поэтому ты можешь быть смелым, ты можешь быть дерзким, ты можешь идти в те двери, в которые там до тебя боялись ходить. Ты можешь идти проповедовать с таким людям, там, министром, там, я не знаю, президентом и так далее и тому подобное, где у кого-то будут дрожать поджилки, понимаешь? Отец тебе дает такое дерзновение, потому что твоя голова находится над, и ты находишься в этом неприступном свете. Понимаешь? И, друзья, это состояние, это реальная одежда. Это не то, что, знаешь, тебе нужно, там, придет на меня это состояние, не придет на меня это состояние. Это одежда, которую ты выбираешь, одевать или не одевать. Вот как ты утром просыпаешься в каком-то состоянии, и как, по-моему, Смит Вигглсворт говорил, что если я просыпаюсь в плохом настроении, то я говорю себе, он говорит, эй, одевайся в состоянии. И ты знаешь, ты не всегда, там, например, ты с вечера можешь быть таким, знаешь, локомотивом, чувствовать в себе силу, я там все могу, у меня все получится, там тра-ля-ля тополя. Утром ты просыпаешься, как сдутая шина просто. У тебя нету вообще никакого, ну, запала даже жизненного. И никакого понимания, что ты вообще что-то можешь там преодолеть. Бери, одевайся. Это духовная одежда. И помните, я не помню, по-моему, на курсе созерцательной жизни в каком-то из уроков пастор давал такой пример про Иоаннафана. Помните этот пример про Саула и про мед? Помните, там была такая ситуация, шла война, и Иоаннафан, он уже пережил внутри, ну, то есть у него уже была победа внутри.
Он понимал, что война будет выиграна, и филистимляне получат поражение. Но Саул, он не знал об этого. Он не пережил этого состояния восклоненного, поднятой головы. И что он делает? Он берет и вводит все войско, весь народ Израиля, он вводит в пост. То есть до того момента, как, знаешь, как тебе может быть сейчас показаться, чего радоваться? У меня есть и эта проблема, но не решилось же вот это в моей жизни. Вот здесь вот еще что-то там не то. Чему радоваться? Чему радоваться? Точно так же и Саул. Он сказал, мы будем сейчас поститься до победы. Но Иоаннафан об этом не знал. Он одержал эту победу, знаешь, это ощущение внутренней победы, когда несмотря ни на что, то есть, видимо, война шла, но внутри тебя уже есть эта победа. Но ты же знаешь, Иисус, он одержал победу. То есть победа, она по-любому принадлежит тебе. Но твои глазки пока на это не открыты. И что делает Иоаннафан? Он кушает мед. Он покушал меда, у него поднялось настроение, у него открылись глазки. И он понял, что все уже свершилось. Понимаете? А что войско остальное? Остальное войско голодное, оно продолжает сражаться, продолжает вести битву. Поэтому так и ты, мой друг дорогой. Даже ты можешь, знаешь, ты можешь сосредоточиться на каких-то вещах, чтобы там высвобождать силу, чтобы, друзья, у кого-то там включен микрофон, выключите, пожалуйста, шелестит. Ты можешь, все что угодно, ты можешь сосредоточиться конкретно на какой-то битве. И биться, применять там все оружие Божие, там что-то высвобождать, что-то провозглашать. А можешь вместо этого просто кушать мед? Что такое мед, друзья? Мед – это то, что приводит твое состояние в состояние восклоненного, что возвышает твою голову над. Это такая субстанция. Это то, что вот мы переживали в молитве. Вкушать мед – это значит облечься в состояние. Своим, сам по себе ты не можешь облечься. В состояние тебя облекает Дух Святой. Это как если кто вчера смотрел, было потрясающее в Каунасе служение, и пастор рассказывал о Духе Святом, как Ревека, да, которая в образе Духа Святого. Обязательно пересмотрите, кто не смотрел. То есть состояние дает Дух Святой. Оно как облекает тебя в это состояние. И вот Иоаннафан, он покушал, ему стало радостно, да, а войско продолжает сражаться, продолжает биться, голодные, измученные. И что происходит? Когда одержана победа, они начинают просто, не постесняюсь этого слова, жрать с кровью. То есть они были настолько измотаны, настолько изнеможденными, что они просто из-за голода начали, что запрещало законом, они стали просто жрать с кровью. Поэтому, друг мой, ты можешь сражаться, ты можешь там, ну, как я говорю, да, все оружие применять. И вышел Саул, и что сказал? Народ совершил грех. И точно так же, если вот проводить параллели, да, точно так же ты можешь обрести эту победу, но какой ценой? Ты просто будешь есть с кровью. Ты будешь слышать внутри себя этот постоянный упрек твоего голоса. Поэтому нам не нужно любой ценой. Друзья, нам победа не нужна любой ценой. Нам нужна реально победа и состояние. А она реально есть. И поэтому чувствовать и переживать Это архиважно. Это то, что выведет тебя из любой проблемы. Это то, что не позволит тебя войти в какие-то проблемы. Понимаешь? Поэтому вкушать мед – это архиважно.
состояние восклоненных. Это то, что, чем мы будем заниматься реально в этом году. И это твоя ежедневная практика. Ежедневная практика победителя. То, что ты будешь применять в своей жизни постоянно. И то, что тебе принесет реальный успех. Понимаешь? Не нужно пнуться. Вот мы говорим там «само легко». Но само легко – это не потому, что лежишь на печи и тебе с открытым ртом, и тебе манка с неба падает. Тебе только глотать нужно. А само и легко – это из состояния. Поэтому добивайся, чтобы чувствовать. Добивайся, чтобы переживать любовь. Знаешь, послание, вот то, что я сейчас говорю, это, знаешь, как, может, прописная истина. Но я вот сегодня, вчера молилась, сегодня молилась, думаю, ну, что нужно людям сейчас? И мне отец сказал, им нужно кушать мед. Потому что мир, друзья, мир, он издыхает просто от ожидания бедствия. Даже, может, знаешь, бедствия нету. Но сеть, да, запись будет. Но сеть на человечество, она уже заброшена. Понимаешь? Все человечество, оно уже уловлено в эту сеть. Но ты, как сын, ты, как восклоненный, ты можешь избежать этого всего, находясь рядом со своими там соседями, друзьями, которые будут издыхать. Знаешь, сейчас вот участилось, мы как служители, которые ежедневно служим людям, ежедневно стекается множество нужд. И я знаю, что такое явление, как панические атаки, оно стало просто бичом. А почему? Потому что человечество издыхает от ожидания. И ты можешь даже себя проверить. У тебя, когда что-то становится стабилизироваться, что-то становится, ну, классным в жизни, какая-то полоса, назовем ее так условно, белой, да? И ты постоянно ловишь себя на том, что ты ждешь, что вот сейчас оно закончится. Вот еще немножко, и все, оно закончится. И ты просто боишься на самом деле, что после белой полосы придет черная. Но так живет все человечество. Состояние восклоненного, состояние поднятой головы над всем – это то, что даст тебе избежать всех этих бедствий. Это то, что тебя выведет из всех твоих состояний, нехорошие которые. И то, что тебя будет приводить ежедневно в состояние восклоненного. Поэтому кушай мед, друг. Ты знаешь, что мед, между прочим, вот скажу вам еще такую, вот, не было у меня этой мысли, сейчас пришла. В древние века была такая терапия, лечили алкоголиков медом. И не случайно. Ты знаешь, что алкоголь принимают люди, у которых горечь какая-то внутри. Там выпьет и забудет, да, помните в псалмах? То есть состояние алкоголя, оно притупляет горечь, боль, обиды. Там били меня, я не чувствовал. И вот в древние века именно медом лечили алкогольную зависимость. То это как противовес. То есть горечь, вместо горечи приходит сладость. Вот это я сейчас тебе говорю. Той, у которой горечь. Вкушай мед. Вкушать мед – это значит наслаждаться пониманием любви отца. Папа любит тебя. Он благой. Он любящий. Поэтому ну, нужно просто, вот как, знаешь, как раствориться в этом всем. Скажи, я хочу переживать любовь отца. Я буду переживать любовь отца. Аллилуйя. И поэтому, знаешь, Иоаннафан, он, когда вкусил мед, война, она продолжалась. Видимо, она продолжалась. Но внутри у него уже была эта полнота победы. И он сказал, глупость, сказал мой отец. Глупость. После того, как он вкусил, у него просветлели глазки, у него поднялось настроение, насытилась его внутренность. Он сказал, глупость, сказал мой отец. Поэтому, друг мой, состояние радости – это то, что должно сопровождать тебя посреди всего, посреди любой войны, твоей внутренней,
или войны какими-то война каких-то обстоятельств. И это то, что, знаешь, оно изнутри выходит и форматирует все вокруг твоей жизни. Весь круг твоей жизни, он выстраивается соответственно твоего состояния. Это то, что держало нас на плаву, когда ходило КГБ за нами по следам. Да, у нас там было пару раз, нас задерживали, там, и в тюрьме мы сидели. Это все было, как бы, да? Но оно все равно служило на благо. И когда ты находишься в состоянии, вот нас, когда последний раз мы были в Беларуси, нас задержали, у нас даже есть там такой ролик на канале там, ОМОН на христианской вечеринке, кому интересно, можете посмотреть. Просто среди собрания ворвался вооруженный там, автоматами, в камуфляже, там, с этими балаклавах, автоматчики. Там, и, короче, нас арестовали, посадили в тюрьму, там, раздели, забрали там белье нижнее, чтобы мы там носки, шнурки, чтобы там не повесились, там, я не знаю. Это было очень унизительно на самом деле. И когда, я еще не знала, что нас в тюрьму опустят. Но когда мы еще были, как он, обезьянник называется, да? Вот эта маленькая камера с узкой. Я 50 килограмм вешу, да? И то я еле туда вмещалась. Ну, просто деревянный такой настил. Узкий-узкий. И я туда легла. И, боже, я вам серьезно говорю. Если бы не мое состояние, можно было там просто, ну, впасть в депрессию, там, рыдать, когда тебя выводят, там, заставляют раздеться, одевают перчатки, заставляют тебя приседать, залазят тебя, простите, там, куда не надо. А вдруг у тебя там лом какой-нибудь, ты себя туда загнал или еще что-то. Ну, то есть это реально унизительно. И если ты не находишься в нормальном состоянии, тебя это просто размажет. Но, знаешь, когда у тебя уже есть опыт и когда у тебя есть навык, вот они посадили меня в этот обезьянник, я такая лежу на этих нарах, поднимаю голову, смотрю камеру. Я думаю, о, аллилуйя. И, короче, я встала на эту камеру, встала, подняла руки и начала петь им песни на всю глотку. Они там и стучали по железной этой двери дубинкой, типа, заткнись. А я же знаю, что там у них же, ну, они же слушают, и громкая связь. Я уже слышу, там эхом резонирует мой голос. И я им, короче, на полтора часа прославления закатила. Понимаешь? И я просто понимаю, знаешь, я не знаю, как там сложилась чья там судьба, там, кто меня слышал, как там мое слово там упало, не упало в хорошую почву. Но я знаю, что если отец какие-то вещи допускает, ты просто будешь видеть в своей жизни, да, какую-то череду каких-то обстоятельств, да, цепочку, как это то, что контролирует отец. Ничего с тобой не случится. Тебе все будет содействовать во благо. В принципе, так и произошло. Такое, как маленькое свидетельство. Нам выписали огромный штраф. Максимальный. Я не помню, сколько там базовых единиц, то ли 200, то ли 300. Ну, короче, это были огромные деньги на тот момент. А кроме того, у нас от системы осталось такое наследие в виде большого долга. И я лежу в этой камере и думаю, боже мой, сейчас еще наложится этот, из чего платить, и зачем это надо было, траля-ля-та-поля. И внутри такой колокольчик, папы, я же все контролирую. Ты думаешь, с ним я в скорби. Слышишь меня? С ним я в скорби, 90-й псалом заканчивается. С ним я в скорби. То есть не тогда, когда ты выйдешь из скорби, я с тобой. Я с тобой посреди этого огня, посреди печи, я с тобой. Только переживи это. И я внутри себя просто пережила, я думаю, боже, я не одна. Ангелы вокруг меня, папа мой здесь. Мне просто нужно сейчас пережить это. И знаешь, ты можешь использовать, ты можешь сказать, как мне пережить это? Как мне переживать Божью любовь? Как мне переживать наполнение? Друг мой, используй все, что ты знаешь. Что-то сработает наверняка. Ты можешь петь на языках. Ты знаешь, ты можешь как в мантре сесть там час, два там. Ну, добейся этого состояния. И там времени было вот. И я просто лежу так и думаю, мне надо сейчас реально пережить. Мне надо сейчас просто удостовериться в своей внутренности. Папа здесь. Я не одна с клопами и крысами. Здесь мой папа, здесь ангел. И я пережила это.
Знаете, чем все закончилось? Люди, которые остались там в зале, когда нас забрали, они дали клич по всем странам. Нам собрали большое количество денег. Мы закрыли штраф, нас забрали на меня, Андрея и нашего администратора. Мы закрыли эти три штрафа огромных. Мы закрыли наши долги из этих денег. Представляешь? Ты думаешь, как вообще может быть благословением тюрьма? Вот, я тебе показываю. И мы вышли не на ноль, мы вышли в плюс. Друзья, все от состояния. Ты можешь посреди любых бурь, любых разрух, любого чего угодно, любого шторма. Вот ты думаешь, почему Иисус, когда была буря, он был таким спокойным? Друзья, состояние, когда ты знаешь, ничего тебе не повредит. Что бы ни происходило, не задавай отцу вопрос, почему это со мной. Просто имея внутри подтверждение, что все содействует ко благу. Скажи сейчас со мной. Мне все содействует ко благу. Что бы я ни проходила, что бы со мной ни происходило, мне все содействует ко благу. И я в своей жизни вижу вот, ну просто, знаешь, красные линии это все. Когда ты иногда смотришь, как, знаешь, на отрезок своей жизни, ты думаешь, боже мой, это ну 100% нельзя назвать благословением. Если я кому-то скажу, был у меня такой период, когда я пошла работать в сумасшедший дом, и мне было стыдно, меня друзья встречали там какие-то знакомые, спрашивали, где ты пропала, где ты сейчас работаешь. Я думаю, господи, как это выразиться, где я работаю? Я работаю в сумасшедшем доме санитаркой. Аллилуйя, такое благословение. Они скажут, ты же верующая. Ты же говоришь, что ну, благословение должно быть, что нас должно быть видно. Благословение должно быть видно. Знаешь, сумасшедший дом и должность санитарки – это не благословение, это проклятие. Но, друзья мои, сейчас, спустя много-много лет, в этом сумасшедшем доме я встретила любовь и всей своей жизни, своего будущего мужа. И кто бы мог подумать, что сумасшедший дом мог обернуться таким огромным благословением? Ты знаешь, ты можешь сейчас смотреть на свою жизнь и думать там, мне 38 лет, я до сих пор одна, у меня нету детей, у меня нету семьи. Это точно не благословение. У меня все спрашивают, ну что, ну когда? А я тебе могу сказать, когда ты встретишь своего единственного, ты скажешь «Аллилуйя! Слава Отцу, что я не вышла замуж за какого-нибудь офелка в 21 год, что все-таки был мой человек, и вот он сейчас со мной, что мне не нужно там идти на какие-то там изощрения, чтобы там быть со своим человеком. Вот он. Меня Отец благословляет. Поэтому пусть твои глаза вкушают этот мед. Мед – это то, что открывает твои глаза на реальные вещи. Чтобы ты не была как Ева, которая вдруг посмотрела на своего Адама, увидела там то, что у нее раньше она не обращала внимания, и такая, прикройся фиговым листиком. Чтобы твои глаза, они были реально открыты на великие Божьи вещи в твоей жизни. Чтобы ты во всем видела руку Божью. Чтобы у тебя было реально вот это вот удостоверение полной и абсолютной безопасности. Чтобы у тебя было абсолютное понимание, что даже если, знаешь, у тебя и есть еще какая-то декорация в твоей жизни, это временно. Это то, что будет содействовать ко благу. Это то, что сделает твой успех очевидным. Знаешь, сегодня уже спустя столько много лет я могу об этом рассказывать, ну, потому что это уже стало очевидным. Этот успех. Но тогда это не выглядело так. Поэтому у тебя сейчас есть больше привилегий и больше, знаешь, благословений, чем тогда. Мы тогда не были научены так, как сейчас. Будем вкушать? Будем наслаждаться Отцом? Это такое счастье, друзья. Просто вот реально добейся этого. Вот добейся просто. Вот мы закончим наш Zoom. Мы его оставим на, там, в виде ссылки, вы сможете его там пересмотреть, может быть, захочешь потечь в молитве там, вместе с нами, вот, пережить еще раз. Да? Но добейся,
добейся чего бы это ни стоило, какого бы времени этого ни стоило. Это значит, это будет как твой несгораемый опыт, когда ты один раз переживешь реальность его любви. Вот просто реальность его любви. Когда ты будешь знать, знаешь, он любит не его, ее, там, их, меня, я первенец. Обязательно пересмотрите еще вчерашний эфир. Это просто потрясающий эфир. Вот. Это то, что я вам хотела сегодня сказать и поделиться своим сердцем. Огромная-огромная у меня, знаешь, ревность такая, чтобы сыны Божьи, они переживали любовь Отца. Чтобы она на самом деле была очевидной. Просто, знаешь, такой реальностью, реальнее, чем ты и я, чем твоя семья, там, твой дом, там, еще что-то. Чтобы ты на самом... Вот только вот стоило тебе закрыть глаза, и ты вот мог просто потечь в этом. Понимаешь, о чем я говорю? Ты выплывешь вообще из всего. И это знаешь что? Когда Иоаннафан съел этого меда, да, и потом, когда мы уже читаем дальше эту историю, победа могла прийти раньше. Если бы они не находились в этом посте, ну, пост – это, знаешь, это такое что-то изнурительное. Это вот я, например, когда голодная, я раздражительная очень. Меня все раздражает, мне надо поесть, я такая. Вот, и они в таком состоянии были. И когда мы уже читаем дальше эту историю, мы видим и понимаем, что если бы они вкусили Иоаннафаном тогда метку, победа была бы большей, друзья. Филистимлян бы они поразили быстрее, это номер один. И второе, больше. И так в твоей жизни. Когда ты находишься в этом состоянии, восклоненной, поднятой головой над всем, твоя победа, во-первых, придет быстрее, а во-вторых, она будет качественной. И тебе не будет, знаешь, когда там победа любой ценой произошла, тебе не нужен будет какой-то процесс восстановления после этой победы. Знаешь, как там такие свидетельства, как там, например, ну, может быть, не совсем так корректно, да, там, увела мужа из семьи. Ну да, ты стала счастлива, вроде бы, да, ты не одна, там, это мой человек, это благословение. Но победа такой ценой, простите, и сколько она продлится, эта победа такая, понимаешь? Поэтому нам не нужна победа любой ценой, нам нужна реальная победа. Аллилуйя. Аллилуйя. Сейчас хочу высвободить на вас это состояние. Это прям я, знаешь, как вижу, как вот этот голубь, да, Дух Святой. Он, как знаешь, как повисла вот эта вот мантия, как в воздухе, да. Это мантия, это состояние восклоненной, поднятой головы. Аллилуйя. О, Отец. Слава, 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 слава тебе. Слава тебе, Отец. Аллилуйя. Аллилуйя. Кера лара масанда, кера бранара дащита лара мас. Унта кера лара баджира лара масанда, кера дас. Давайте сейчас мы начнем молиться. Это будет, знаешь, как какие-то рельсы, на которые ты станешь. Молитва на иных языках. Аллилуйя. Кера лара масанда, китара лара маджира. Аллилуйя. Кера лара мас. Кера лара масанда, кера бранара даджира лас. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя, Отец. Отец, пусть мои сестры сейчас, они вкусят твоего меда. Отец, пусть глаза реально, они откроются сейчас на то великое богатство, которое они имеют. Аллилуйя. Пусть глаза будут сейчас открыты над обстоятельства. Пусть глаза будут открыты сейчас, Отец. Аллилуйя. Пусть они без всякого труда различат и увидят декорации в своей жизни. Для того, чтобы просто одним щелчком избавиться от них. Возьми сейчас прям своей рукой, отодвинь эти декорации. Все, что мешает тебе вкушать этого меда.
Скажу, я убираю эти декорации сейчас. Ничто больше не будет мешать мне вкушать этой славы, этой любви Отца, которая приводит мое состояние в божественную норму. Аллилуйя. Кушай, кушай сейчас. Кушай, друг мой, сейчас. Аллилуйя. Кушай, кушай. Я вижу, знаешь, как вот еще эта мантия, она еще висит, она еще не на твоих плечах. И Отец, Он хочет, чтобы ты добился сейчас этого состояния восклоненного. Этого состояния, когда ты находишься в этом неприступном свете. Я добивайся сейчас, добивайся. Кейра лара масандра лара мащитра лас. Кейра лара мачира лара масанда, кейра лара баджира лас. Пусть эта мантия сейчас опустится на тебя. Я вижу, что уже некоторые, они уже вкусили этого меда, и они уже прям ощутили, пережили эту тяжесть на своих плечах. Это тяжелая мантия славы, это тяжелая мантия победы над любыми обстоятельствами, победы над любыми долгами, победы над любыми проблемами. Аллилуйя! Добивайся, добивайся, не ослабевай сейчас. Аллилуйя! 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 Может быть, знаешь, тебе нужно поблагодарить сейчас Отца твоего и назвать какие-то несуществующие вещи, как уже существующие, чтобы пережить это как уже имеющий. Аллилуйя. Пусть Дух Святой, Он сейчас тебе провещевает твою внутренность, какой именно инструмент тебе использовать. Аллилуйя. Благодари Его сейчас. Благодари Его сейчас. Славь Его сейчас. Ты можешь сейчас, знаешь, как начать вдыхать эту славу для кого-то, какими-то бедствиями наполнен весь мир, а для тебя, как для сына, славы полна вся земля. Поэтому ты можешь сейчас вместе со мной полными легкими вдохнуть эту славу, вдыхай, вдыхай, вдыхай и выдохнуть хвалу. Вдыхай славу и выдыхай хвалу. Используют этот инструмент, знаешь, оккультисты какие-то там, йоги, они так сильно этим пользуются, но ты как сын, ты должен в первую очередь пользоваться этими инструментами. Вдыхай его славу. Знаешь, когда ты вдыхаешь вот физиологически, когда ты вдыхаешь воздух, то через твои легкие кровь насыщается кислородом, и она несет этот кислород ко всем органам, ко всем сосудам, везде-везде разносится по всему организму, как, знаешь, как субстанция. Поэтому пусть эта субстанция славы, когда ты ее вдыхаешь, она подобна этому кислороду, она разносится по всему твоему телу, по твоему организму. Пусть это не тление, оно прямо сейчас, оно превозмозит в силе над законом греха и смерти, над законом тления. Пусть все тленное прямо сейчас, оно будет поглощено нетлением. Аллилуйя. Пусть обновятся твои органы. Пусть обновятся твои органы. Пусть обновится твоя юность подобно орла, не подобно смертному орлу, а подобно этой фазе, когда его зрение притупляется, его когти притупляются, и приходит такая фаза, когда все обнуляется, обновляется. И этот орел, у него становится очень зорким зрение. Пусть от этого вкушения славы сейчас твое зрение, оно становится зорким. Аллилуйя. И ты видишь невидимое, ничего для тебя, как для сына, не сокрыто. Ты видишь свою победу. Ты видишь победу в своем теле. Скажи, я вижу победу в своем нетленном теле. Я вижу, как декорация болезни, она подвигается. Я вижу, как декорация болезни, она разрушается во имя Иисуса. Аллилуйя. В Иисусе. Аллилуйя, скажи, я Дух Животворящий. Я творю сейчас, сам творю все, что мне нужно в своем нетленном теле. Аллилуйя.
Халилюя! Халилюя! И ты можешь прям, знаешь, как сам, своими глазами, своим внутренним зрением направить этот луч неприступного света в тот орган, где ты знаешь, есть болезнь, где есть метастазы, где есть опухоль во имя Иисуса. Пусть это декорация прямо сейчас. Знаешь, это как лазарь. Он прямо сейчас, он расщепляет эту опухоль. Во имя Иисуса она распадается во имя Иисуса. Она распадается, она сгорает. Этот луч, он испепеляет ее во имя Иисуса. Халилюя! Халилюя! Происходит, я вижу, что происходит вот сейчас работа в твоем теле. Это дух животворящий. Вот знаешь, как бегает, как носится, когда творилась вся вселенная, творилась земля, и написано, дух носился над бездной. Сейчас это тот же самый животворящий дух, который создавал вселенную, светило, который создавал все. Он прямо сейчас в твоей жизни, он как носится над кругом твоей жизни, создавая эту новую реальность. Отец говорит, я творю все новое, все творю все новое, ныне. Во имя Иисуса. Ныне Дух Святой творит все новое. Он носится в твоей жизни. Он носится над кругом твоей жизни, создавая все новое. Халилюя. Удаляя эти старые декорации. Больше не будет, как прежнее во имя Иисуса. Потому что из состояния прежнее всего Отец создает это состояние восклоненного Сына. Скажи сейчас, я восклоненный Сын. Халилюя, я восклоненный сын. Еще раз скажи, скажи, чтобы поверить, я восклоненный сын. Прям посмотри над, посмотри сейчас над, посмотри сейчас с высоты сына, посмотри сейчас с высоты восклоненной головы своей, когда она вознеслась над всеми обстоятельствами, которая вознеслась над всеми декорациями, которая смотрит в плоскости, когда не существует никаких гор, когда не существует никаких гор, скажи «гора», прям отметь какую-то проблему, которая еще именуется в твоей жизни, тыкни на нее пальцем, прям перстом от престола, скажи «гора», кто ты гора, ты равнина. Это касается сейчас каких-то отношений с детьми. Вы очень долгое время уже не общаетесь с детьми, по-моему, это сын. Скажи, кто ты, гора? Ты равнина. Халилюя, халилюя. Прям перстом укажи на эту проблему. Прям престом укажи на эту декорацию. Я прям, знаешь, я вижу, как, знаешь, этот огненный перст, от которого исходили молнии, от которого исходил огонь, он прямо сейчас касается этих декораций, и они прям воспламеняются и пропадают. Прям, знаешь, когда происходит ядерный взрыв, не остается ничего, остается пепел. Скажи, пепел остался от этой декорации. Пепел остался от этой декорации. Пепел, лишь пепел остался от этой проблемы. Халилюя. И прямо сейчас вот прям дуй на него. Пусть и пепла не останется. Халилюя. Пусть даже пепла не останется. Скажи, даже пепла не останется от этой проблемы. Даже пепел развеялся. Халилюя. Халилюя. Спасибо, Отец. Отец, я благодарю Тебя за моих сестричек. Я благодарю Тебя, Отец, за то, что Ты так дивно их сотворил. За их совершенные тела. Халилюя. Я настаиваю, что тела моих сестричек, они совершенны. Халилюя. Им не надо будет достигать сейчас какого-то идеального веса или параметра. Будет просто все легко. И отец мне говорит, что именно из-за твоего состояния, именно из-за твоего состояния у тебя умерится чрезмерный аппетит. Ты больше не будешь так поглощать все. Это касается и духовного аппетита, этого какого-то греческого духа. У тебя больше не будет желания все поглощать. Потому что отец говорит, у тебя так много уже внутри, но ты этим не пользуешься. Просто начни это практиковать.
Просто начни это практиковать, расщепи это до энергии. Ты переживешь эту силищу, которая внутри тебя. Ты переживешь это ощущение. Это реально ощущение. То есть это физическое ощущение обнаженной мышцы Отца. Скажи, я и есть эта обнаженная мышца Отца. Я Иисус. Я и есть эта обнаженная мышца. Что повелю, то и сделается. Что повелю, то и сделается. И поэтому я повелеваю сейчас. Ты можешь что-то высвободить в свою жизнь. Скажи, я повелеваю сейчас. И высвободить то, что ты хочешь увидеть. Халлелуя. Я благодарю тебя, Отец. Я благодарю тебя, Отец. Я благодарю тебя, Отец, за это тело в виде американского дара. Я благодарю тебя за эти взаимно скрепляющие связи в этом едином организме, в этом совершенном, целостном организме, который есть тело. 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 Скажи, я тело. Я благодарю тебя, Отец. Я благодарю тебя, Отец, за то, что твоя любовь — это то, что связывает нас. Твоя любовь — это то, что связывает нас. Это то, что делает нас равноправными. Это то, что делает нас едиными. Это то, что делает нас монолитными. Аллилуйя. Это то, что удаляет всякие распри. Это то, что удаляет всякое недопонимание. Это то, что удаляет всякие претензии. Халлелуйя. Любовь Отца. Любовь Отца. Ты находишься в недре. Ты находишься в самом эпицентре, в самом сердце Отца, в Его любви, в Его свете. Спасибо тебе, Отец. Спасибо тебе, Отец. Я благословляю моих сестричек. Я благословляю каждую. Я подхожу сейчас в духе. И я возлагаю на каждую руку. Я возлагаю, возлагаю и оставляю после себя дух. То, что я имею. То, что видимым образом проявилось в моей жизни. Халлелуйя. Я оставляю на каждой в виде этой субстанции. Халлелуйя. Это то, что ты будешь переживать сегодня, завтра и в последующие дни. Ты будешь переживать это единство, это единение с нами, со всей небесной цивилизацией, с каждым братиком, с каждой сестричкой. Это то, что будет делать твой очевидный, твой успех очевидным для всех. Это то, что будет видим, когда будут с тобой соприкасаться люди, они будут переживать Бога. Они будут переживать любовь Папы. Они даже не будут осознавать, что это. Но в твоем присутствии они будут переживать мир. Мир. Все эти люди, они будут погружены в мир, когда ты будешь находиться рядом с ним. И тебе больше не нужно будет тужиться. Тебе не нужно будет что-то пнуться, выжимать из себя. Думать, сработает или не сработает. Просто обнаружь. Обнаружь это на себе сейчас. Это, знаешь, это как перстень на твоем пальце. Его присутствие, это, знаешь, это как перстень на твоем пальце. Когда люди будут смотреть и видеть. Когда люди будут находиться в твоем присутствии и переживать. Переживать его славу, его любовь. Его исцеление, потому что твое состояние
это и есть высвобожденная сила. Это и есть воскресение. Аллилуйя. Спасибо тебе, Отец. Я благословляю, благословляю и еще раз благословляю каждую. Аллилуйя. 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 Спасибо тебе, Папа. О, ты не выпускаешь нас из своих объятий. Тебе хочется еще больше и больше транслировать внутренность. Каждый из нас. Каждый из нас. Насколько мы реально. Отец говорит, ты даже не представляешь, насколько ты цена. Боже, ты даже не представляешь, насколько ты цена, насколько ты важна. Аллилуйя, как Папа смотрит на тебя. Он смотрит на тебя с такой любовью, с таким благоволением. Он прям, я прям даже вижу его глаза. Его глаза, как, знаешь, как океан. Океан бездонный, необъятный. Аллилуйя, теплый. Слава тебе, слава тебе, слава тебе. Пусть они унесут это с собой в этот день и в свою жизнь в целом, в свои семьи. Аллилуйя. Благословляй, благословляй, благословляй. Спасибо тебе, Отец. Спасибо тебе, спасибо тебе, спасибо тебе. Мир, мир, мир. Это полноводная река. Аллилуйя. Отец говорит, я Бог мира, я Бог шалома. Успокойся. 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 Аллилуйя. Аминь. Аминь, любименькие. Такой чудесненький аминь, у нас получился. Спасибо большое за молитвы, за слово. Спасибо. Вау. Просто вау. Да. Даже так спасибо. Спасибо. Олечка, можно сказать кое-что, Оля? Конечно, конечно, говорите. Во-первых, спасибо огромное за этот Zoom, потому что это просто, это слово было просто необходимо. И если я правильно поняла, смогли бы ли вы вести американский дар? Нам очень нужно ваше присутствие. Ваши и Андрея. Это просто необходимо. Нам нужен один чат и лидеры, которые будут нас вести. Американскому дару это необходимо. Да, любимые, просто, знаете, я не могу на данный момент как-то систематизировать, да, и дать вам обещание, что я буду выходить, ну, вот с такой или с такой-то периодичностью. Вот, потому как... Ну, вы знаете, да, что мы жили какой-то всегда в Беларуси, из-за событий мы были вынуждены, мы купили квартиру в Одессе, выехали, через 2 дня началась война, и сейчас мы живем на чемодане, и у нас нет какого-то определенного места, и поэтому вот у нас сейчас в Германии, куда я вас приглашаю, конечно же, вот, очень хочется реально, знаете, Zoom это классно. Но когда ты вот можешь обнять человека и поделиться собой, вот именно физически, это вот реально физически происходит. Оно ничем не сравнится, ни с каким общением виртуальным вот таким вот. Поэтому, конечно, я вас приглашаю. Но я сейчас не об этом, да, а о том, как часто я смогу выходить на связь. И я очень хочу, правда. Я сегодня молилась вчера и сегодня целый день, молилась, день пролетел вот прям вот в одну секунду, и у меня есть огромное желание. У меня есть огромное желание послужить женщинам. Я все к этому созреваю. Знаете, почему я не начинаю это, вот не начинала это до этого времени? Потому что я не хочу каких-то холостых выстрелов. Я хочу, чтобы было все по-настоящему. Я не хочу выходить в эфир, потому что нужно выйти в эфир. Mm-hmm. Я хочу иметь что-то, чтобы выйти и дать это, понимаете? Да. Поэтому я хочу очень для вас сделать зеркало славы, именно для сестер, для женщин.
Я очень хочу на самом деле, чтобы в небесной цивилизации воцарился Божий порядок. Какого плана? Чтобы мужчины заняли то место, которое им предназначено по праву. Чтобы сестры, они были в том положении, которое им принадлежит. Чтобы каждый из нас, он был в состоянии высвободить потенциал огромный. Потому что я знаю вот этот год восклоненных, который мы начали, это будет временем, когда самый маленький станет, видимо, проявленным очень сильно. Вы просто удивитесь, какие вы и какие дары у вас есть, на что вы способны, что вы можете преодолеть, как вы можете выйти из ситуации, какой огромный потенциал у вас есть. Но немножко нужно нам над этим потрудиться. А потрудиться каким образом? Удалить противление. Все, что нам мешает, это противление. На самом деле, вот этот вот тест, который я сегодня говорила, да, если у тебя есть, когда тебе хорошо, у тебя есть опасение, что это закончится, это значит, что у тебя есть плохие мысли об твоем отце. Ты говоришь, что ты не сомневаешься в его любви и в доброте, но если на этот тест твоя реакция, что это закончится, ну, так же не может быть все время хорошо. Будет обязательно, когда это все закончится, и будет плохо. Это говорит о том, что в тебе противление, и ты все равно думаешь о своем отце плохо. Понимаешь? Нам просто нужно просто какие-то кирпичи со своей головы удалить, и все. А это просто навык. Это просто время, перетекание и навык. Все. Дух Святой, Он делает все помимо нас. Когда мы спим, когда мы бодрствуем, когда мы общаемся, когда мы молимся, когда мы кушаем, когда мы готовим кушать, когда мы занимаемся любыми делами. Дух Святой, Он делает свое дело, но для этого у тебя должно быть осознанность, понимаешь? Поэтому я говорю, что нам просто нужно реально переживать любовь Отца и Его благость. Любовь – это то, что удаляет все, все декорации. Только поверь в его любовь. Но если на этот тест у тебя все-таки ты себя словил на мысли, то что у тебя все-таки есть такое, да, что ты есть как некое ожидание плохого, вот, это значит, у тебя есть это противление. Но это просто вот момент познания, не больше. Вот, поэтому в свою очередь, уже не знаю, насколько завтра, мы сейчас курс же пишем, да, «Меч Соломона», вот, сейчас как бы немножко буду занята с пастырем, он сейчас вот готовится, молится, и мы сейчас будем записывать очередной урок, вот, но завтра утром я уже, может быть, в Телеграм, там просто и функционал больше, чем в Вайбере. Например, в Телеграме, когда добавляем нового человека, то он приходит в чат, и он может отмотать и посмотреть все наши эфиры, какие-то наши записи, наши ссылочки. В Вайбере такого нету. То есть человек поступает как с белого листа, он ничего не видит. Поэтому Телеграм, конечно, он, ну, намного функциональнее, поэтому я, наверное, все-таки хочу перевести нас всех в Телеграм. Вот. Ну и, конечно же, с пастырем будем выходить на связь, не знаю, я постараюсь, сегодня понедельник, следующий понедельник мы не сможем, вторник мы вылетаем, а там у нас уединение. Ну, в общем, я постараюсь, может быть, в пятницу, в субботу, или я, или пастор, или мы вдвоем, может быть, ненадолго, но выйти, хотя бы помолиться. Может, это будет, ну, не два часа, как сейчас, да, вот третий уже. Оля, жизнь зафонтанировала внутри. Спасибо большое. Спасибо! Чтобы просто помолиться с вами и потечь. Да, хотя бы 1-2 раза в месяц, если бы вы выходили с нами. Американскому дару это необходимо. Мы в вас очень нуждаемся, Олечка. Спасибо, любимая, спасибо. Мне было с вами очень комфортно, очень легко, правда. Я как-то немножко, у меня, знаете, я немногословный человек, и, ну, вы, может, по эфирам даже заметили, и, ну, как я больше слушаю. Я слушаю, вот мне нравится слушать, там что-то подмечать, больше, чем говорить. Поэтому, ну, я так немножко, ну, не то что опасалась. Во-первых, я вас, ну, мало знаю.
да, говорить. Два часа, такие сильнейшие молитвы, такое сильное слово, Оля. Да мы знали, что все у вас там, всего много-премного. Даже за собачку, это ж для меня, это ж моя собачка такая здоровая, больная была. Спасибо, папа любит, я и так знала. Но в этом. Спасибо большое за вот это женское служение, что вы сказали. Можно на ты, Оля, или на вы, я даже не знаю. Конечно, на ты. Конечно, на ты. Да, Олечка, вот то, что ты сказала, женское служение, очень надо. Я тут завидовала мужскому и радуюсь, что мужчины поднимаются, но сильно хочется, потому что мы все равно другие, хотя мы и сын, да. Но все равно другие немножко. Да, да. Да. Ну, это совершенно другая конструкция. Нам, знаете, вот я просто, я вот так вот перелистываю, да, вот в телефоне, я смотрю, вот, знаете, вот я вижу красоту вот на лице каждой из вас, но и одновременно я вижу большую неуверенность. Вы как не верите в себя, понимаете? И поэтому для этого зеркало славы и нужно, чтобы каждый из вас посмотрел глазами Отца на себя. Это то, что раскроет вас. Это то, что омолодит на самом деле. Вы визуально станете моложе выглядеть, когда поверите в себя, когда полюбите себя. Вот, потому что вы такие красивые. Оля, вот, можно сказать? Да. Говорите, говорите. Да, я хочу, во-первых, посвидетельствовать и, поблагодарить, это ничего не сказать, это что промолчать, это море благодарности тебе, Андрею. У меня сейчас год, как я в небесной цивилизации. И этот год – это просто революционный абсолютно, потому что у меня произошло такое количество невероятных совершенно событий, и то, что я с вами встретилась, и то, что я обрела семью, и то, что я всех наших вот из американского дара уже четверых видела и общалась, благодарна очень девочкам, которые меня принимали в Саус Каролайне, Любочка, во Флориде, Нина, ко мне, которые приезжали, вот Анечка сейчас у меня, Неля приезжала, Тюмень была невероятная. Мой сын купил дом, что вообще ничего не предвещало, это абсолютно было вообще чудо. Отношения у меня с ним потрясающие наладились. Ну, вообще, столько всего я вам передать не могу. Мне прям даже тяжело говорить. Я полна благодарности. Спасибо вам большое. Аллилуйя. Я, знаете, каждому свидетельству и каждому чуду, которое происходит у вас, мы с Андреем радуемся, ну, как своему, на самом деле. Это, знаете, вот это вот свидетельство Отца, да, что несмотря ни на что, небесная цивилизация, с небесной цивилизацией все будет классно. Вы же видите, знаете, что вот, ну, происходит в мире, да, лучше ж не становится и не станет уже лучше. И, знаешь, можно молиться, перемолиться, все что угодно, но написано в слове, что будет усиливаться все это. Вот, и вот эти свидетельства ваши, это то, что дает понимание, то, что все не безнадежно. Мы не попадем, знаешь, в эту сеть вместе со всеми, как там сеть, яма и петля, да, как в Ветхом Завете написано. Вот, у нас все будет совершенно по-другому, у нас все будет здорово, у нас будет все просто превосходно. Давайте увидим. Олечка, приготовила причастие, но вы все-таки можете причаститься из-за нас. Оля, можно я поблагодарю тоже? Хочу поблагодарить. Я очень благодарна. Самое лучшее в моей жизни произошло, это вот за эти полтора года, это встреча с вами. Действительно, я настолько утвердилась в том, что я верила в это, что такое есть. Но не видела. Я просто кайфую с вами. Слава Богу за вас. Я рада, что вы откликнулись и сделали это просто потрясающий зум. Я верила, что будет что-то такое революционное.
и просто семья станет, как обратиться, как части тела Иисуса, обратятся друг к другу, посмотрят друг на друга и увидят самое лучшее. Это самое лучшее мы сейчас увидели в друг друге. Спасибо вам большое. Благословение. Спасибо. Хорошо, любименькие, надо идти нам сниматься. Я с вами попрощаюсь. Вы можете еще в чате, мы продолжим общение, пока в Вайбере. Вот, можете там написать там друг другу что-нибудь приятное, нам что-нибудь приятное. Я хотела только спросить, Оленька, вот когда вы приедете с Андреем в Америку, я бы хотела, чтобы мой муж, он проповедник, он пастор с большим стажем, но он немножко такой консервативный. Я очень рада видеть всех девочек. Спасибо вам огромное. Мне очень хотелось бы, чтобы конференция, которая будет, она обязательно случится, чтобы был какой-то перевод, ну, не какой-то, а хороший перевод на английский язык, потому что он по-русски не... Конечно, не конечно. Мы даже мы в Германии, когда торжество проводим, у нас переводчики работают и в Чехии, когда мы куда-то в чужую, в другую страну переезжаем, мы, конечно же, с переводом... И еще, вот курс, я только начала, всего 7-й урок курса «Созерцательной жизни». Есть ли на английском языке? Да, есть. Да, а ссылочку, девочки, кто-нибудь скиньте. Хорошо, хорошо, родные. Я скину тогда спасибо ссылку. Большое. Всем спасибо тебе. На английском языке на курс. И скину тогда ссылочку, что-то я обещала, молитвенный чат, чтобы вы могли с нами быть все время. Дорогой друг, если ты хочешь, чтобы наше откровение и сила Божия охватила весь континент и всю землю, ты можешь участвовать в нашем служении следующими способами. Первое. Поделись данным видео в своих страничках в соцсетях. Второе. Поставь лайк и напиши свой отзыв в комментариях под видео. Третье. Участвуй в этом своими финансами. Для этого ты можешь нажать кнопочку «Спонсировать» под видео и заполнить анкету спонсора, исходя из своих финансовых возможностей. Либо перечислить свои финансы по реквизитам, указанным под видео. Мы благодарим тебя за твой вклад. Небесная цивилизация – это семья и команда.